В одном из зарубежных стран приходит новый русский ночное развлекательное заведение и говорит: «Дайте мне покурить что-нибудь такое, чтоб аж...» «А нет, лучше давайте два!» Его спрашивает: «А вы не обкуритесь?» Новый русский говорит: «Да не переживайте вы за меня так сильно, вы меня не знаете, я из Москвы!» Ну ладно, прошли. На следующий день приходит новый русский, тоже заведение, и говорит: «Дайте мне что-нибудь выпить покрепче. Да такое, чтоб аж... А нет, давайте лучше два». Его спрашивает: «А вы не обопьетесь?» Новый русский говорит: «Эй, я из Москвы!» На следующий день приходит и говорит: «Дайте мне развлекаться с девкой. Да такой, чтоб... А нет, лучше два». Его спрашивает: «А вы не переутомитесь?» Новый русский говорит: «Эй, я из Москвы!» Ну, спорят через некоторое время. Выходит он, еле-еле передвигая ноги. Ему говорят: «Так мы же вас предупреждали!» Новый русский говорит: «А я не знал, что они тоже из Москвы!» Подписываемся, кликаем на колокольчик.